Итак, обновление, кажется, я вот что-то не знал, вот почнул, вот смотрю. Кажется, много чего будет в новом Hearthstone, да? Вот введут, когда игру достигнет определенных уровней, точнее определенного ранга 20, 15, 10 и 5, он уже не сможет опуститься ниже. На самом деле интересная тема, то есть, может быть, я даже начну больше играть в Hearthstone, да? Даже думаю, 15 можно будет взять. Тем более, если он все равно даже не скинется уже, то есть очень хорошо. Плюс такие обновления, там на самом деле, типа золотая карта, если у тебя две карты, например, обычная золотая, то первая гарантированно золотая будет. Такое что-то, да, вот я сейчас прочитал уже, я все не помню, ну вот написано. Первая копия карты обязательно золотой будет, которую вы возьмете. Заклинания чаще будут предлагаться, легендарки, я так понял, чаще, ну и плюс вот мелкий буконьер с двух до одной маны и призрачные когти тоже вот понерфили, будет две маны стоить. Ну и такие исправления, то есть, видимо, до хрена всего идет, грядет в следующем обновлении. Итак, новая неделя, новая потасовка, разборки и бомбаски. Ну, опять, я не помню, на прошлой неделе вроде тоже не надо было составлять самому колоду, да? Рандомно выпадали, но я не помню. Тоже вот тут рандомно выпадает. Ханчо паладин. На самом деле это не паладин, а огур маг. То есть по описанию потасовки три босса, при бомбаска, то есть три персонажа рандомных, ну и карту вот как бы из их серии. Давай, провокаций много. Чужое добро пусть будет. Мелкие сошки, ну такая себе тоже, хотя три существа. Синопалу внес. Нанося урон, восстанавливает вашему герою столько же здоровья. Вот неплохая вроде карта. Что там, скоро Новый год начинается, да, в Херсоне? Я забыл уже год, кого там будет. Я так почнулся и прочитал. Вкратце. Давай, давай. Мышь что-то лагает. Ну ладно. Случайное существо у вас в руке получает плюс 2, плюс 2. Нормально. У него то же самое. Надо бы, конечно, за всех троих поиграть. За все три фракции по возможности. Вот что-то долго очень. Очень долго. Хотя не думаю, что тут что-то особо интересное будет. Просто то, что у них разные спелки. Блять, он АФК, наверное. Он АФК, походу. Бля, у меня мышь так сломается. Еще больше. Хотя не, он мышь и водит. Бля, вот он тварь, вот он болевал сразу, да? Я не понимаю, почему он тянет время. Ладно, я, наверное, не буду париться особо. Просто разыграю вот это вот. О, отлично. 5-5 за 3 маны. Ну да, только то, что возможность поиграть новыми картами, вот плюс вот этой потасовки. Да, он походу АФКшича его выкинет, по идее. Я не хочу вот эту карту ставить. Противник призывает случайное существо из своей руки. Хотя ладно, пусть. Пох. Бля, найс призвал. Ну это рандом опять же, что ты поделаешь. Зато 5-5 за 3 маны сейчас будут. Почему, интересно, его из игры не дропает? Видно же, что он АФК. Лагает. Красиво, красиво. Анимация вот реально красивая.
Мне карта очень хорошая на самом деле. За 3 маны божественный щит, провокация, хилк. Так. Смешно противника. Пусть вот это будет. Пусть вот это будет. Отлично, хилимся, живем. Насколько я помню. А, если в ответку бьет, наверное, тоже хил идет. Вот мразь. Вот реально тупая мразь. Почему он просто АФК стоял? Почему просто не вышел из игры? Тварь, блядь, мог бы раньше ливнуть до этого. Короче, лол, я сейчас игру новую нашел, и челик сразу же ливнул. Я не знаю, зачем он это делает, он просто тут же ливнул. То есть я мгновенно победил. Ну, не ливнул, а сдался, я имею в виду. То есть уже 2 победы у меня. Ну, давайте откроем пак. Такое себе, на самом деле. Хотелось бы легендарок, конечно. Ну, как-то так.